Отцы, братья и сестры, глубоко уважаемые представители государственной власти, уважаемые ректоры, всех вас сердечно приветствую от лица Высокопреосвященнейшего Варсонофия митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Передаю его благословение и поздравляю с днем памяти мученицы Татьяны, днем студенческой молодежи. В сегодняшний день мы по обычаю вручаем церковные награды и награды Межвужевской ассоциации Покров, которые даются людям, потрудившимся в течение прошедшего года на ниве образования, воспитания и возделывания добра. Студентка 6-го курса факультета мультимедийных технологий и фотографий Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Кидалова Татьяна Сергеевна. Социолог Центра содействия трудоустройству выпускников Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Михайлова Оксана Владимировна. Проректор по воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Ларичева Оксана Анатольевна. Жизнь так коротка и так многое нужно успеть. И благодаря соработничеству с ассоциацией Покров что-то доброе мы успеваем сделать. Поэтому искренне сердечные, душевные слова благодарности хочется выразить дирекции Покрова в лице отца Петра Мухина за ту подвижническую деятельность, которую осуществляет Покров. Хочется поблагодарить любимый Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и ректора Александра Ильича Евменова за возможность заниматься любимым делом. И весь ректорский корпус во главе с Владыкой Амвросием за инициативу, которая когда-то была поддержана, и за продвижение православного просвещения среди студентов. Вас, дорогие студенты, что позволяете совместно искать дорогу к Богу. И дай нам Бог, чтобы наши мысли, наши намерения, наши поступки всегда содействовали во благо ближнего. Спасибо, с праздником! Мы сегодня традиционно в нашем Воскресении Христово Смольном Соборе, который был поименован исторический храм учебных заведений России, совершили праздник, совершили богослужение и тем самым явили собой единение веры, силы, образования и научения. Для меня большая честь получить эту награду. Это очень важно для меня, что моя работа оценена по достоинству. Институт кино и телевидения активно участвует в деятельности Покрова. Мы являемся организаторами мероприятий, мы являемся волонтерами мероприятий. У нас киноклуб шикарный, куда входят, ходят студенты со всего города. Я считаю, что это самое важное для нашего студента – иметь духовную направленность, сознательно относиться к своей жизни. И мы, взрослые, я, в свою очередь, стараюсь сделать то, что я могу для этого. Я рада работать в Институте кино и телевидения, и я рада работать с Покровом.